10 домов в тайге, а вокруг бездорожье. Это и есть Роговка. Когда-то эти глухие места выбрали Татьяна и Иван Фаринец, чтобы здесь создать крестьянское хозяйство. Как стали образовываться эти крестьянские хозяйства? Наше было первое и в районе, и в области. Коров побольше, свиней. Идет, шевелится, гудит. Дети пищат, курица кукарекает. Фаринцы создали уникальное хозяйство. Работают здесь те, кто из-за своей тяги к спиртному устроиться не смог. Родня отказалась, государству не нужны, жилье пропили. Но это там их считали пропащими, а здесь за людей держат. Работаю 17 лет, все мне здесь нравится, очень хорошо. А еще приемные дети, тоже из трудных, те, кто не могут учиться. Даже соцопеки спросили, и на что вам такая обуза? А она в ответ. Какая деревня без детских голосов, без детей? Коли есть дети, то есть и будущее. Роговка растет, ей нужны рабочие руки, много рабочих рук. Мультики. Ну что, Саш, понравилось тебе? А? Да. Закушивает. Ну, ой, да ладно. И это, пусть, вот это несет. А там на каску. Маня, точка на речку. Пить, девки, пить, 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 пить. Пошлите пить. Хоп, 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 на речку. Она Путина мне подарила.
Песню меня молодого заморозила. Опа, да на тебя. Степ еще ты давай, еще не дошло до этого, не дошло. Тапки она не степ. Те. Она еще степ, ой, как это. Так, ну-ка, давай. Разведенный. Ты че, Танюшка, угробить меня хочешь, да? Давайте, мальчик, за наше счастье, за нашу жизнь. Танюшка, ты не кричи, ладно? Да я молчу, вообще молчу. Коньяку? Нет? Ай, как еще поцелуй, а? Оп! Горько! Ну ты че? Че дать? О, какая горькая! Люблю победу, люблю колхоз! Ой, Катя, потом завтра будет стыдно тебе? Нет! Ну, она, ну, допустим, она вечером выпила, да, немного. Утром же она встает, у нее ведь голова первым делом надо идти. Ну, ты че? У меня там такой хоровод телят, я как. Все, она разбегалась, все нормально. Все, отца у меня родила. Ой, обмыть надо. Ну-ка. Катя, ты мне скажи, а вот завтра ты встанешь рано утром и пойдешь в коровник? Пешки, я всегда на ходу. А вот, Галю, давай спросим еще об этом же. Вот у тебя нет такого, ну выпила и забить болт на всю. Меня не пищу. Надо, меня с пьянки не привозили сюда. Меня с пьянки не привозили. Она от мужа ушла. Я от мужа просто ушла и сюда попала, я нормальная. Ребята, у нас таких пьющих здесь нету. От хорошей жизни я здесь бы не была. Ну как это? Ну судьба, видимо, тебе судьба. Очень тяжело она жила. Вон она и рассказывает, говорит, муж и в подполье закрывал, цепями бил. Вот, знаете, вообще уму не посвятил. Пенек, ложь голову говорит, да. На пень и замахивается топором. Вот тебе 38 лет, девочке. И тоже она настрадала в своей жизни очень-очень-очень много. Так я свою племянницу она уже погибла бы уже не признала. Месте. Она говорит, да чё, от меня не признала? Да ты чё? Ну, мы скорее быстро садись в машину. Все. Все, все сюда привезли. До двух уже два года, считай, здесь. Во-первых, у нее была болезнь тяжелая. Туберкулез, это скажу. Она с год пожила здесь. Да, тут вот. Пошли потом проверяться, нашли нас, она проверилась. И сказала, это что такое? Нет, все. Ничего, все чисто. И говорит, вот действительно, что значит питание, хорошее питание и да. Спокойная жизнь. Туберкулез. Я долго буду гнать велосипед в глухих лугах, нет, я вот его остановлю, нарву цветов. Нет, смотрите, вот видите, что и подарю букет той девушке, которую Катя, люблю. Катя, скажи, а вам тут деньги Катя. Платят? А зачем они нам? Нас хозяева одевают, обувают, кормят. А зачем нам деньги? То есть вы в каком обществе живете? Коммунизм. Маленький коммунизм, да? Да, наш маленький коммунизм. У меня все. Я иду, песни пою. Я счастливая, понимаете, я счастливая. А в городе у меня такого счастья не ребенок было. Ребенок есть, муж есть. Все есть. Квартира есть. Все есть. Все есть. И всегда с песнями. Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Мне не нужен больше твой номер в книжке записной. Натерпелась, наждалась, я любовью обошлась. Но теперь я наконец-то будто снова родилась. Да, Ванька? Да, Ванька, спой. Пошел он, я не сошла с ума, пошел он. Я все решу сама, только и не внимай, ты меня вспоминай. Без тебя меня нет, ты знаешь. Все. Как? Майкл, как он это делает? Две сестры и брат. Бременские музыканты.
Дверь закрытая была на замок. И решила с восьмого этажа ножки снимать. Ты сбежать хотела? Да, решила. С восьмого этажа. Сорвалась и разбилась. Ничего, очнулась в больнице. Было 15 лет. Юра, ты думала, на коляске будет легче отсюда сбежать? Ты больше ничего не придумал, спасибо. Да не трогай мои волосы. А какой диагноз тебе поставили? Что буду ходить. Заниматься надо с собой и буду ходить. Будешь ходить? А чем заниматься? Ну, зарядку каждый день делать с ногами. Ты делаешь? Да. Честно? Какую зарядку? А ты несерьезно относишься к этому делу. Какому? А вот к этой травме своей. Ира. Вот тебе, пожалуйста, дома взяли тренажер вот такой. И спокойно, не надо бегать, не надо прыгать, ничего не надо. Сел, телевизор смотришь и пошел. Вот. И пошел. И очень, очень прекрасно после этого тренажера себя чувствуешь. Вот так раз, два, все. Так раз. А он надоедает, мучает, прям мне слов нет. Психую на него. А все равно знаю, что надо заниматься. И также детям заставляю. Также вот Ира занимается. Первые два года она уже бы поднялась. Если бы занималась она регулярно, то в первые два года она бы уже поднялась. А чем дальше, до пяти лет, чем дальше, тем труднее. А уже пять лет пройдет, то все уже. Уже она не сможет встать на ноги. Вот надо сейчас, сейчас надо. Почему-то много лени у детей. Ленивые. А какое у них будущее у ваших детей? В основном у них цель – труд. В школе ведется этот труд. Почему? Потому что раньше ведь тоже интернаты всякие были. Я знаю, что в Тагиле у нас были, которые умственно отсталые дети, их отправляли туда. А сейчас никуда не отправляются дети, а именно вот и этот коррекционный класс. И они в этих классах учатся, также 9 классов кончили, также есть у нас и училище здесь, они могут в училище. Повар, тракторист, шофер. Еще шляпу мне дали. Снегу принесли, я так сам. Я их поела, не надо. Поела? Да. Ешь? Да. Да. Они все не принесли. Я долго буду гнать. Где вот пакет? Пакет. Спрашивают детей куда-нибудь отправить, нет, дома отдыха какой-нибудь. А я говорю, да для чего их отправлять куда-то, когда здесь настоящий дом отдыха? Они здесь все видят.
и по ягоды, и по грибы. И вот, посмотрите, лес, кругом лес, все так красиво, вот они все вот ходят. Лес. Ты ходишь, ходил по грибы? Да, пайву целую приносили. Когда ты пайву приносил? Ну, тогда я Диму кашу и Настя не слышала. А я думала, ты один. А почему папа один приносит по несколько пайву, а вы не можете? А вы как будто не знаете места. Опа. У нас мозги в любом случае заизвескованы уже. А молодежи карты в руки. За своего даже сына, свою дочь. Я их поднимаю. Так ваша дочка в Москве живет? Да. А вы деньгами помогаете? Да. Угу. Ну, а она в центре Москвы купила одну квартиру. Купила четырехкомнатную квартиру купила. Покупает еще одну. Вот сейчас еще одну покупает. И у нее стремление уже о том, чтобы у нее дети было самое главное — крыша над головой. Если будет крыша над головой, значит, будет все. Жизнь будет. У меня хороший человек. Да. Здорово работа. Очень хороший мужчина. И вот какой дом выстроил. А дом-то кто строил? Мужчины помогали. Мы сами строим. Все, не сами? Будем уже людей нанимать. Да. Руки-то еще работают. Голова тоже. Сколько лет этому дому-то уже? Этому? Еще года нет, только построили. Вот недавно построили. Еще даже вот стены-то я не стал приколачивать. И ДВП полностью. Жду, когда это... Садится. Он сядет, потому что все равно на 50 где-то сядет. Потом надо будет отрывать ДВП-то. Урезать. Ну его, чтобы приморщило. Живем, живем. Моих ровесников осталось-то 2-3 человека. Да, все мои погодки, можно сказать, вымерли. И серьезно, вот это кризисы-то вот были, так это. Борьба с пьянкой, да всякая. Пили же всякую заразу. Поумирало сколько людей. Надо, хоть он вовремя ко мне пришел сюда. Так а что, могла быть и у вас такая же судьба? Так как себя поведешь? Как поведешь, как будет. Буся. Буська. Чё? А? Чё? Пи-пи. А? А? Крадёшься. Вообще ни черта не ловишь, а?
Я просто, как говорится, в семье не без урода. Вот это, ну, это обычно, ну, это пословица русская. Вот, и получилось так. Что в семье не без урода. А чем ты занимаешься вот вечерами? Что вот тут делать можно? А что вот? Так вот, ага. А так в основном вот или валенки почуваю, вот когда вот. Угу. Ну так вот. Ну не знаю, не знаю. Не могу сказать. Так то, что, вот, что есть, как есть. Угу. Вполне отлично. Стволы сейчас на очередь. Главное, сдаться. Пойдешь базарить, глушак не нужен. Охраной займусь я. Дима Харян, ничего не скажу. А себе веселее будет. Если эти бандосы не согласятся, прижмем, поведутся. А если не поведутся? Значит, поведем. Стволы сейчас намочим. Лазарь, ставьте. Мне кажется, вы тут скучаете сильно вот так вот, когда вечера наступают. Вам делать тут нечего, бедным. Ну, когда вечером так. Телек есть, но там смотреть нечего. Вот мы и бесимся от безделия. До того, как ты сюда приехала, что там было хорошего? Там ничего хорошего. Да, почти ничего, кроме родной мамы. Хоть она и пила, знаете, но она все равно мать. Мать она и есть мать. Я так думаю. Какая бы она ни была, пьяная, там гуляная, все равно она мать. Отложусь, о ней только думаю. А какая она была? Для меня она всегда красивой была и будет. Хорошая, добрая. А писать ее можешь? Mm-hmm. Я пытаюсь как бы лицо описать в памяти своей. Все стирается, как это. Как белая такая. И все. Я. Угу. По сравнению с моими-то это чистота и порядок. Чё ты зашуркала? Холод. Ну. Угу. Сама ты вся дрожишь. Чё ты у меня его забрал? Не гренерничай. Я увезу тебя. Встань. Не могу. Почему? Не хочу. Ты что трясет-то так? Не знаю. Спахни. Что у нас? В будущем воин, да? Угу.
на ноги тебя поставлю. Не веришь, что? А? Не знаю, все возможно. Человек уже не пойдет за 20 километров каждый день, например, в магазин. Далеко и тяжело. А медведи, медведи. Мы сейчас в школу идем сначала. Да? Сначала в школу. А, да. Коррекционных детей можно ведь один раз в неделю в школу возить, да? Да. Кирпич за кирпичом. Плохая погода ему нипочем. Дворник. Кто следит за чистотой? Это дворник. Он с метлой убирает мусор, снег и в подъезде включит свет. А о том, кем вы хотели стать, в каком вы городе хотели жить, мы поговорим с вами сегодня. Скажи, кем ты мечтаешь быть после того? Не знаешь. А почему? Ты не был, еще не думал ни о каком другом. Ты не думал, кем ты хочешь стать? Так, значит, паспорт я. Сберегательная книжка. Страховой свидетельство. Клиничный сертификат. Свидетельство о рождении, медицинская карта. Так. Ничего, не заготовка уже. Да. Учишься, да, хорошо? Да. Да. Нормально? Да. Какой класс? Седьмой класс. План у нас, да? Девка так, большая. Ну, все, дело у меня остается. Так, ну, девочка, что у нас? Ну, как ты настроена жить в приемной семье? Хорошо себя вести. Учиться будешь как? Хорошо. Уходить из дома. Не самое главное, чтобы ты не уходила, не была в бегах. Так, ты берешь линейку и измеряешь, сколько у тебя высота. Высота сколько? Галя. А это что, это стеряющие вещи, что ли? Вот так вот и травмирую. Я ребенка одеваю. Кто-то опекунский получает. Я в газету обязательно напишу. Куда, в какую газету? Подожди. Таня, так если так вот скандалить будешь... Так... Скандалить, если это правда. Таня, так что, не надо ее брать-то, что ли? Лучше отдать, я буду мучиться сама с ней. Конечно, ее внучка, понятно, она переживает. На 5000 на эти деньги и одеть надо, и обуть что надо, и накормить. Отдали бы, раз она тому не нужна, другому она не нужна. Вот из руки в руки в школу ее кидают, а тут вообще сказали... Эти два раза в неделю будете в школу, ведь она не дебильная девка. Она только к одному классу привыкнет, ее в другой класс. Ни мама не стала восстанавливаться, ни вас не было. А где я же, так думаю, что не надо была? Плакать. Не отдадут эти девка, я уже давлюсь, так не знаете.
петлю залезть и все. А ты сейчас будешь бегать из рук в руки. Ой, замуделывайся! Ой, как не прыгнул! Я на свое место быстро! Головку. Вот так вот. О, как мы будем. Вот так и цепляем. О, девка прицеплена, все. Дядя Ваня все вам приглашали, говорил. Приглашали, приглашали. Ну, еще 5 человек мы можем взять. Угу. Но у меня дядя Ваня сказал, что маленьких. Маленькие. Понравились ему маленькие. Маленькие, да? Лучше, конечно, Надежда Андреевна. Во-первых, их воспитаешь уже как своих, а те уже все равно рвутся. Им надо мама, им надо город. А маленькие, они уже привыкают к жизни, к той, к нашей жизни. И потом уже, когда они вырастают, они уже своими становятся. Поэтому хотя бы от 4, от 4 там и, ну пусть даже до 10 лет. До вот школьников такие. Пока еще, да, что у вас дороги нет, возить в школу. Нет, пока. Это можно. И это мы будете выберем. Каждый день возить в школу? Ну, желательно, если с коррекционных классов, если вот есть такие. До 10 лет. Вот это вот нормально. Ну, вот это вот просмотреть может. Какие-то маленькие еще есть? Ну, это лишены материала. А нету ничего нету маленьких, на подходе только. А, ну, пусть. Но там ведь в первую очередь мы предлагать должны родственникам, поэтому угу. Это самое. Ну, понятно. Родственники, если по каким-то причинам не могут, ну, или мы им доверить не можем. Или тогда с детдома. Вот. А с детдома еще лучше. Нет у них родителей. Они знают, что у них родители только мы, которые с детдома. Так ведь? Да. Но все равно деревня должна расти, расти, расти. Вот то, что вот, благодаря вам, это тоже хорошо. Я сама-то, может быть, я и не рискнула бы это все, потому что это... А тут как-то это и получается. И да, вот именно что получается. Дети живут. Да. И у нас стимул хорошо, что мы, хотя мы строим, деревня разрастается. И это опять хорошо. Видите, да. Как хитрим мы, лукавим с вами. Нет, мы не лукавим и не хитрим. Мы просто выполняем государственные это задачи. Это понятно, понятно. И село надо и развивать, то, что, и да. Детей надо воспитывать трудом. Я говорю в том смысле, в кавычках лукавим. Я говорю в кавычках лукавим. Thank you.
вам. Хоп, пойдем. Пойдем, Маша. Пойдем. Ну, пойдем к маме. Мама лизать тебя будет. Айда. Айда. Опа как. Опа как. Мама твоя. Вот мама полежит тебя. Вот как. На маму походит, да? На маму. Твой, твой, твой. Мы покидаем Рогов. К нашему отъезду новостей набралось немного. Новая девочка Аня в Роговке не осталась. Бабушке удалось вернуть внучку. Ира вышла замуж за своего жениха Женю. В городе Женя работу потерял, жилья не нашел, и молодые решили поселиться в Роговке. Вот и все новости. Проводить нас смогли только до реки. Половодье размыло брод, и Роговка превратилась в недоступный остров.